Вандализм превратить в искусство. Энергию запорожских граффитчиков власти намерены направить в полезное русло. Для этого даже организовали первый областной конкурс. Подробнее расскажет наш корреспондент. На поле стадиона «Локомотив» тренируются футболисты. В нескольких десятках метров от них статус официального в Запорожье искусства приобретает граффити. Власти объявили войну вандалам и вместе с тем пошли навстречу действительно талантливым уличным художникам. Графичикам готовы предоставлять площадки для работы, благо их в городе предостаточно. Мы сподіваємося, що це перший крок у співпраці із дітьми небайдужими і творчими. І ми думаємо, що вони зможуть нам висловити те, що їм не вистачало для того, щоб дійсно отак ось прикрашати у творчому пориві. Організаторами виступили відома сеть магазинів комп'ютерної техніки і класичний приватний університет. Представники КПУ і виділили цю площадку для роботи графічиків. Конкурс зібрав півтора десятка команд і художників-одиночок. Коли ми стартували, ми запропонували взяти участь школам, коледжам, технікумам міста і області. Не завжди діти, які з області, мали можливість приїхати фінансово, тому ми вже потім додатково дали можливість взяти участь і студентам. Представители молодежной субкультуры рады, что власти наконец пошли им навстречу. Я очень хорошо отношусь к этой идее, потому как все городские проекты делаю я и с парнями. Вот. Трамваи любви, всякие проекты, там детская железная дорога, это все мы красили. И мы пытаемся выдвинуть граффити более на уровень общественности. Вроде бы сейчас получается, вот сейчас такие фестивали начали организовывать. Такие фестивали для уличных художников представители власти обещают сделать регулярными.